Всем привет, с вами я, Александр Сычков, и в этом видеоролике я буду играть в Farface опять. Да. Так, ладно, давайте я отключу вот эту штуку. Окей, сегодня мы играем в эту игру. И вот что я вам хочу показать. Вот я наконец дошел на втором аккаунте до первого сержанта, 26 уровень. И вот что мне добавилось. У меня есть 15 000 варбаксов, я их пока что тратить не буду, я коплю реально, чтобы что-то было крутое, чтобы выпало. Потому что, ну, я уже так пробовал, я на 12 000 пробовал, на 30 000 пробовал, не выпадает то, что мне нужно. Только на первом аккаунте, как вы помните, мне выпал АК-47 золотой. С первой коробки. Тут нифига такого нету. Давайте посмотрим на мой аккаунт. 0 кредитов, 583 короны, 6 знак возвращения, ну и все по нулям остальное. То есть здесь особого ничего интересного нету. Так, давайте посмотрим мой склад и перейдем в рейтинговое PvP. Смотрите, у меня есть, значит, калика М955А зима. Сейчас я ее протестирую. Так, у меня есть Сейер М9А1 и саперная лопатка Вьюга. Все эти скрины есть, которые я получал, есть ВКонтакте. У меня ID 53 55 44 63. Подписывайтесь на меня ВКонтакте. Добавляю всех, принимаю. Так. Так. Вот снаряжение мое. Вот все то, что у меня вот есть. Которое сейчас на меня одето. Ускорители. И внешность я не покупал. Так, здесь у меня вот что. То есть, ничего особого у меня здесь нету. Я не хочу ставить, потому что я играю постоянно за штурмовика, и я не хочу ставить что-то крутое на других игроков. Так. Ладно. Ну, с этим я, в общем, разобрался, вот. То, что у меня есть, вот, то есть ничего интересного у меня нет. Инженер тоже, вот смотрите, вот, пистолеты какие-то, вот, я могу вьюгу взять тоже. Вот то, что у меня есть. И вот, что я хотел купить на снайпера, я хотел, вот мое оружие, то есть все, которое у меня в данный момент есть. Снаряжение. Кстати, вот оружие у меня еще есть, вот это вот. Вот. У меня есть Water V 2000, но я им не пользуюсь, потому что, ну, я не хочу им пользоваться. У меня есть вот что. Вот что. В общем, дофига мне всего здесь есть на снайпера. Так. Снаряжение. Снаряжение у меня также все стандартное здесь. Есть. Так. Вот. И я хочу купить. Я вам сейчас покажу, что я хочу купить. В магазине на снайпера. Здесь вот снайпер. Вот что я хочу на него купить. Я хочу на него взять снаряжение вот это вот. За 12 000. Вот так он у меня будет. Я могу прям сейчас купить на видео. Но я этого не хочу делать, потому что, ну, все-таки это видеоролик, это не всякая, да, всякая хрень. И навсегда он мне как бы, ну, сейчас не нужен. Я хочу открыть глобальное открывание коробок. И заодно я куплю, наверное, эту штуку. Но для этого я накоплю до 30 000 варбаксов опять. Буду что-то открывать, и, возможно, мне что-то откроется. Так, ладно, с этим пока что все. Переходим к осмотру оружия. Так, вот, полигон. Вот что у меня есть. Вот смотрите, вот это калика. Вот что у нее есть, вот. Я, конечно, извиняюсь, хотел вам показать золотой АК-47, то, что на него есть. Но я не хочу входить в другой аккаунт, вам что-то показывать. Это. Нет, это в следующий раз когда-нибудь. Вот что есть. Давайте сначала с первых вот этих штук постреляем.
первых. Все такое вот. Вообще стреляет нормально. Непривычно. Если другое оружие, я не пользовался первым. Пару раз. Особо я им не пользовался, потому что. Вот 6000 очков я набил, смотрите. Такая вот штука вот. Дальше. Давайте. Второе. Вот, второе, вот, второе, вот. Второе. Вот. Это совсем уже другой прицел. И, в общем, я набил только 3875 очков. Так. Переходим к следующему. Вот это вот. Так. Вот. Такое уже, как не знаю, очков. Я набил с него 4625 очков. Так. 50 патрон, да, 100 перезарядка. Переходим к нашему последнему, ну точнее, последнему здесь. Так. Так, я чуть-чуть еще не набил здесь. Здесь должно быть еще одно. Но я его еще не открыл. Так, вот. Это уже такой вот. Да, продвижение самое маленькое, но как он стреляет. Много, наверное, круче. Четыре тысячи 125 очков я получил за это все. Так, и теперь переходим просто к последнему нашему вот этому открытию. Так, это вот последний прицел, который я открыл. Вот он. Ой, вот. С этим прицелом я там прицел. Когда я стреляю с группой, я. Вообще. 3250 это нормальный счет. Ну смотрите, как он стреляет без. Смотрите, даже вы не прицеливаетесь, он все равно попадает. Ну не в хедшот, но попадает все равно. Не знаю, мне это оружие, ну, нравится. Я бы с ним играл и дальше. Смотрите, как он стреляет без прицела. Сейчас еще раз, последний раз попробую. Ну, чуть-чуть до 1000, ладно. 975 это вот рекорд этой пушки. Вообще, я когда с этого прицела в полигоне здесь был, я где-то 1500 набил. Где-то. Вот этих вот рекордов на этой пушке. Так. Ладно, переходим к дальше. Тут у меня есть мой пистолет, на котором мало тут что есть. Обычно вот такой вот есть. Давайте с него постреляем. Тоже нормально стреляет, знаете, круто. Ну не очень круто, конечно, но все равно. Ладно. Так, второй вот у меня
просто глушитель, смотрите. Как стреляется, просто глушитель. Только так мешает стрелу. Ну ладно. Так, 1100. И последний прицел, который я сейчас с ним играю. Прицел мешает стрелять. Вот такой вот пистолет у меня, вот которым я играю в данный момент. Так. Переходим к лопате. Саперная лопатка Вьюга. Вот такая вот вещь, на нее модификации нет. Вот такая просто лопата, ребят. Вот как она бьет вообще. Ну, нормально как бы бьет. Я, наверное, еще и видео сделаю про эту саперную лопату. Может, даже сыграю во что-то. Лопата очень даже прикольная, мне она нравится. Так. Ну ладно, вот как-то вот так я осмотр сделал. Кстати, ребят, вот подствольный... Ой, извиняюсь. Вот еще подствольный гранатомет есть у этой пушки. Кто не заметил. Так, я не могу, нет. Тут не надо ничего менять. Вот смотрите, как стреляет подствольный гранатомет. Вот подходишь, вот меняется прицел, вот как эта вещь стреляет вообще с этой пушкой. Немного там затупил, ладно, вот так вот. Все спокойно можете взрывать, давайте в прыжке. Да, вот так. Даже очень крутая пушка, вот с нее можно пострелять и так, то есть, смотрите, вот быстрая игра, смотрите. Меняете и стреляете вас. А, перезарядка здесь, ладно. Сейчас еще раз попробую. Стреляете, берете второй. Стреляете. Так, еще раз. Стреляем, берем. Посмотрим, гранатомет и стреляем. Вот как это происходит в игре. Давайте я перезарядку сделаю вот так вот. Ну, например, ну просто, ну, чтобы вам показать. Например, вот вы бежите, берете постольный гранатомет, стреляете и убиваете еще. Это помогает в командных боях каких-то, если вы в них играете. То есть, очень крутая штука. Я вот на своем первом аккаунте постоянно играл с постольным гранатометом. Я его и здесь выбивал. Ну, долго выбивал, но все-таки выбил этот постольный гранатомет, потому что эта штука реально крутая. Я вам советую с него стрелять, убивать. Просто надо научиться с него стрелять. Так, ну что ж. Вот так вот как-то. Также давайте осмотрим вот то, что вот осталось. Вот что у меня есть. Так. Так, ну я здесь ничего пока что не проходил, потому что я первый раз с ним только зашел, только что. Я почти ничего не проходил, только вот это спецзадание, я прошел вот эту вот штуку. Вот эту вот штуку я прошел и получил оружие. Да. И немного опыта. Ну, здесь вот чего есть здесь, чего можно выбрать. Я хочу вот эту белую акулу пройти, потому что, говорят, очень крутая штука. Также у меня есть черная акула, я вот проходил на сложном, так и не прошел, но прошел на легком. Также в Анубис я прошел легкую, сложную и профи прошел. И вот из-за этого мне доступны стали вот эти вот два задания. Также я прошел вот это вот все. То есть вулкан я на легком прошел, на сложном прошел, на профи прошел и на хардкоре прошел. На хардкоре. Ой. Короче, Анубис я прошел. Я не прошел профи. Но я прошел вулкан хардкор. Вот так вот, наверное, правильно. Сегодня я поиграл только два раза.
Вот у меня 10 жетонов было, а теперь 8. Вот так вот. То есть я дошел до профи в Анубис и не прошел профи, потому что, ну, команда такая, то что она, с ней играть просто невозможно. Так, ПВП. ПВП я тоже не прошел, вот, награды могу получить сегодня еще. Так, рейтинговая. Рейтинговая, вот, рейтинг. Золотая лига какая-то. Можно в бой нажать. Давайте сейчас вот это вот проверим. Что? Самому интересно вообще. Вообще это рейтинг ПВП. Вообще. Ладно. 2200. Тоже. Так, вроде вот у меня уже зашло немного на сервер. Конечно, не полностью, но ладно. В общем, я вам все рассказал, как вообще вот эти вот все пушки, я показал вам все эти. Я бы еще показал золотой АК-47, но не на этом аккаунте, поэтому, наверное, в следующем видеоролике я точно вам покажу. Там, наверное, что-то будет интересно. Так, я опять перезашел почему-то. Давайте я пока постреляю, вот. Чтоб вы не ждали. Ну конечно, ладно, все. 625. И еще одна штука. Так. По этой штуке я почему-то вообще не снимал. Пошла нафиг она. Так. Ладно. И еще то, что мне стало доступно, вот последнее то, что я вам сегодня покажу. Вот ПВП. Теперь у меня есть смена канала. То есть я могу сменить канал на ветераны. Здесь мало человек играет. А, я на ветеранах уже. Я, знаешь, зашел, я уже был на ветеранах. То есть, смотрите, мне теперь вот это вот стало недоступное. Вот. Новички, общие, и меня засунули теперь в ветераны. Я теперь играю на ветеранах, могу играть. Также есть ветераны, которые недоступны. А вот это я хочу до 46-го, вот эти. Почему-то 41-й закрытый, потому что он заполненный. И 42-й почти что заполнен. Но... Ребят, я не хочу просто заходить на заполненные сервера, из-за этого глючит игра. Поэтому я зашел, ну, вот, на 9-й. Хотел на 8-й, потом думаю, зачем на 8-й, лучше на 9-й. Вот. В общем, вот так вот все получилось. Давайте посмотрим. Стандарт. Вот кто здесь играет на стандарте. То есть вот можем посмотреть. Так, объект. Вниз, с ножами никого нет. И одного сервера. Контракты есть. Убейте 180 врагов из дробовика. Убейте 90 врагов попадания в голову из ПВП. Из ПП. Убейте 40 врагов с помощью гранат. И за это дают всего 50 корон. Я не знаю, почему так мало, но хотя бы достижение какое-то давали, нашивку, например. Кстати, о нашивках я... Я с вами сейчас об этом поговорю. Так, вот прогресс. Это последнее то, что я покажу. Вот что у меня есть. Все мои оружия, которые мне доступны в данный момент в игре. То есть вот то, что мне недоступно, и все, что мне доступно. Вот. Раритетные мне еще ничего не доступно, потому что я как бы не гонюсь за оружием, я гонюсь только за оборудованием. Я не гонюсь даже за снаряжением, потому что, ну, оно мне просто не нужно. Сейер мне нравится. Обычные. Так. Снаряжение. Вот что мне доступно из снаряжения. Я хотел еще штурмовые перчатки, но... Они закрытые, но потому что я их не выбивал. Остальное все закрытое. Я вам говорю, я не гонюсь за всякими разными игроками. То есть у меня всего 6 открыто из 35. Это мало, но... Я вам говорю, я не гонюсь за оружием.
и за снаряжение. Мне это не нужно. Мне нужно только оборудование. Потому что я с оборудованием стреляю. Я даже вот со стандартного оружия и то круче стреляю, чем там игроки, которые донатят в игру и покупают крутое оружие. Дело не в оружии, которое вы покупаете за донат. Дело в том, какое вы там оборудование поставите. Крутое или... Ну, главное, чтобы оно было не крутое, а главное, чтобы оно удобное было, и чтобы вы могли с ним убивать. Как-то так. Вот что у меня открыто, то есть, вот. Все, что у меня открыто, вот у меня есть еще редкие. То есть, у меня почти что все открытое, вот. Все вот это вот. Вот подствольный гранатомет я недавно открыл. Очень крутая вещь, я вам говорю. Вот, крутая вещь. Мне раньше на первом аккаунте, когда я был еще... Я не помню, на каком уровне. Я его открыл только. Я открывал тогда только оружие. Только оружие я открывал. И немного снаряжения. Я мало открывал оборудование, потому что я тогда только зашел в Warface. Еще ничего не понимал, так как я в Warface играю 3 года уже. То есть как-то так. То есть я еще не понимал, что нужно оборудование для стрельбы. Потом я начал донатить. Самый такой крупный донат, который был у меня в Warface, это 3000 кредитов. Я не буду смотреть, сколько это сейчас стоит, но я тогда вот задонатил 3000 кредитов. Давайте посмотрим, что я бы мог сейчас купить на 3000 кредитов. Магазин. Первое, что я купил, вот то, что я купил тогда, я не помню, что я купил, конечно, но я купил... какого-то штурмовика. Я не помню. Кого-то я, короче, купил. Или тетку. Я не помню, кого я купил, честно. У меня так дофига там было донатов на первом аккаунте, что я, ну, за год, ну, почти за 2 года, я дошел до, вот, до 80-го левела. То есть этот год, 2016, я уже как бы был уже на 80-м левеле, и там, ну, неинтересно было. Ну, я еще не снимал видосы тогда про Warface, и как бы я об этом даже не думал, чтобы снимать про Warface видео еще. Нафига это надо? Я не помню, вот всего, наверное, я задонатил в эту игру, я не знаю. Ну, кредитов... Да хрен его знает, короче, сколько. Дофига, короче. Где-то 10, может, тысяч кредитов. Я не знаю, но я купил... Вот это вот все у меня открыто. То есть у меня почти вся игра открыта. Ну что ж уж об этом говорить, у меня все в CSGO открыто, все оружие. Ну, теперь там есть обновления постоянные, постоянно добавляют скины, и поэтому сейчас уже у меня не открыто ни одного граффити. Нет, у меня есть граффити, было граффитивой, но оно уже все. То есть я здесь все открыл, вот эти вот все скины, вот то, что я донатил. Я специально донатил, чтобы быть крутым игроком. Кстати, ребят, кто знает то, что если вы покупаете, вам дают за это достижение. Наверное, никто не знал об этом. Дальше, вот то, что я еще открывал, я открыл, я забыл, что я открыл, оружие какое-то я открыл на штурмовике. Я открыл его, я не знаю, всегда. Я не помню, какой я открыл, я открыл, не помню, честно. Я не помню, какое оружие я открыл. Честно, я не помню. Поэтому... Не знаю. Вот я говорю, у меня дофига кредитов было. Я до сих пор на первый аккаунт доначу. Ладно, у меня там 80-й левел, но я до сих пор доначу, ведь там что-то добавляют в Warface. Поэтому я доначу и покупаю оружие навсегда. Также добавляют там коробки какие-то, я все выбиваю. Вот мне... Дофига людей предлагало продать аккаунт. Ну, потому что 80 левел, там дофига всего куплено, и мне говорят, продай свой аккаунт, заработаешь, хотя бы деньги вернешь, ту сумму, которую ты потратил на Warface. Ну, я не знаю, я не буду продавать никому свой аккаунт. Мне самому нужен. Да, я там не снимаю видеоролики, потому что это скрытый аккаунт, и я его не хочу вам палить. Потому что сразу будут какие-то жалобы на меня идти, так же, как на этом аккаунте, что меня чуть не забанили за читы, там, за какую-то хрень. Я на тот аккаунт не хочу, чтобы ко мне, короче, приставали. У меня есть вот один друг, я постоянно всех очищаю друзей,
Ну, то есть, несколько дней с ними играю, со всеми, а потом всех удаляю. Как-то так. Ну, в общем, всем спасибо за просмотр. С вами был я, Александр Сучков. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал Нубас. Пишите комментарии под видео. Не забывайте подписываться на мой второй канал Нубас. И если на моем видеоролике наберется, ну, не лайков, а хотя бы 100 просмотров на этом видеоролике, кстати, мне там уже написали. Привет. В общем, все, я пошел играть. В общем, вам всем удачи и всем пока.